Здравствуйте! Для меня огромная честь стоять сегодня здесь, на этой замечательной сцене перед вами. И я хотел сказать огромное спасибо всем тем людям, благодаря которым я здесь. На кастинге мне удалось удивить Игоря Васильевича, повторив те мелодии, которые он поставил мне со своего мобильного телефона. Сегодня я бы хотел поиграть в эту игру с вами, дорогие зрители. Итак, чтобы все было по-честному, у меня есть, смотрите, мягкая игрушка. Тот, в чьих руках она окажется, и поставит мне свою мелодию с телефона. А я ее с радостью повторю. И да, чтобы все было совсем по-честному, я развернусь спиной к вам и кину эту игрушку на удачу. Вы готовы? Самый активный. А у них нет телефона. Все сейчас будет. Ну-ка. Получилось что-то? Есть телефончик, да? Ребят, кивните там. Фан-зона, отлично. Женя! Женя! У меня такой же игр. Я кидаю далі. Ты же готовый далі играть? Готов. Давай. Эх, зараз тобі зададуть. Зараз до вас підійде людина з мікрофоном, а ви дістаєте свій телефон і ставите Ірину Алєгрову. Відчуваю. Лілія, чому? Ну, судячи... Козловського, як завжди. Ні, ну це звичайно... Ты знаешь, я бы хотел признаться, что у меня тоже есть мобильный телефон. А звитки? Одолжил, я как чувствовал. Если не против, я поставлю одну из своих любимых композиций. Конечно. Но она посложнее. Есть. Могилевская, что ли, да? Это танец. Спасибо. Ну а сейчас я бы хотел сыграть свою композицию «Волшебные часы». У нее своя история. Я сочинил ее, когда мне было 7 лет, ну а написал 3 дня назад. И мне безумно приятно, что вы будете первыми слушателями.
Спасибо. На сцене